Мы пошли все-таки в поля приводить себя в форму. Так мы восстанавливаемся после крайне неудачного сезона. Практически ежедневные пробежки в рваном ритме дают свои результаты. Скорость бега пока составляет 38-40 км в час. Но это на данный момент максимум. Занятие бегом занимает у нас не более получаса в день. В дальнейшем планируем увеличение нагрузок и ежедневные пробежки продолжительностью час как минимум. Надеюсь, что к началу следующего сезона мы будем в отличной физической форме.